моментов надо какие-то сделал работу над ошибкой после первого поражения, да, на Олимпийских играх. В таком важном старте уступил он Артуру Найфонову. Поддержим наших борцов, друзья! В первой схватке, которая прошла на Олимпийских играх в Токио, Найфонов оказался сильнее. В схватке за бронзовую медаль Олимпиады. А кому достанется победа сегодня, скоро узнаем. Здесь, конечно, явным лидером идет Артур Найфонов по коэффициентам Олимбета. Посмотрим, как Джабраил Шапиев настроился на схватку. Первый период у нас. Да, Осетия прям поддерживает своих спортсменов. По нулям у нас 0-0. Пока ищут брешь в обороне, навязывают свою борьбу. 30 секунд пролетело. Хороший, хороший. Попытался проход. Вот здесь Джабраил Шапиев попытался на контратаке сам сделать действие. Проход в ногу. Но защищался хорошо Артур Найфонов. Продолжается борьба в центре ковра. Здесь уже атака от Артура Найфонова. Хорошо заходит за спину. Надо делать посадку. Нет, здесь... Есть оценка, выталкивает за ковер Артур Найфонов и открывает счет данной встречи. А, после... Да. Так, 0-2. Так, 0-2. И желтая карточка есть у Джабраила Шапиева. Центр ковра уверенно занял Артур Найфонов. Прошлунговывает, ничего не дает сделать. Артур Найфонов, он, у него тоже методика такая борьбы. Он борется, хорошо и атаки делает, но и может удерживать щита. Вот, хорошая у него защита, демонстрирует хорошую защиту. Может и один балл удержать до конца, до победы. Такие схватки мы наблюдали с Дауреном Куруглиевым, где он удерживал минимальный счет и доводил минимальный счет до победы. Тридцать секунд первого периода. 0-2 пока. Пытается тоже Шапиев, Джабраил, найти какую-то брешь у Артура Найфонова. Но Артур Найфонов стоит камнем, ничего не дает сделать, развязать какую-то атаку, начать активное действие. Должен задачу минимум выполнить Джабраил Шапиев. Это пойти в атаку, заработать activity time, работать первым номером и попробовать во втором периоде навязать свою борьбу, свои домашние какие-то заготовки, коронные приемы. Джабраила Шапиева этот счет явно не устраивает. Вот. Да, акцентированный такой швунг был, чем был недоволен Артур Найфонов. Сразу пожали руки. Да,
Ну, Артур Найфонов удерживает. Хороший проход, друзья, в одну ногу. Есть проход. Пытается встать с ногой. Да, да. Здесь защищается. Да, есть выталкивание за ковер, друзья. Есть зон. Один бал еще Артур Найфонов. Продолжается борьба. Ну, хорошо, отзащищался. Продолжается борьба такая вязкая у нас. 0-3. Весовая категория 86. Олимпийская весовая категория. Знаем, что здесь мировыми лидерами являются такие борцы, как Дэвид Тейлор, Хасан Яздани. Напирает Джабраил Шапиев на Артура Найфонова. В принципе, про что, друзья, я вам и говорил в первом периоде. Артур Найфонов, он умеет набирать баллы и также эти баллы удерживать. Очень тяжело у этого спортсмена отыграть вот эти минимальные баллы. 1, 2, 3. Уже для Артура Найфонова это хороший отрыв. Уже видно, подустали спортсмены. И Джабраил Шапиев уже подустал в этой схватке. Но здесь вот надо именно последняя минута пошла времени. Именно вот сейчас надо включиться и показать характер. Принести победу своему региону. Да, Артур опять ловит, подлавливает. Хорошо режет углы. Ну, хорошо защищался тоже Джабраил Шапиев. Не дал вытолкнуть за ковер. Счет остается прежним. 0-3. Двадцать секунд остается. Здесь надо искать бросок уже Джабраилу Шапиеву. Да, последний. Все, 10 секунд. Время тает. Здесь надо рискнуть. Что-то сделать, но уже сильно, видимо, устал. Да. Здесь поздравляем мы Артура Найфонова. Поздравляем Республику Осетию, друзья. Это первый балл в вашу копилку. Счет становится 4-1, друзья. Артур Найфонов приносит...